Купить автомобиль по безналичному расчету в некоторых российских автосалонах теперь стало проблематично. Продавцы не хотят брать на себя расходы, связанные с банковскими переводами, и пытаются избежать их за счет покупателя. При том, что за эквайринг банки могут снять от 1 до 3,5%. Если клиент отказывается платить наличными, дилер может поднять цену на авто. Подробнее о новости читайте на нашем сайте.